Скрытые желания каждого знака зодиака. Берите на заметку. Каковы скрытые желания каждого знака зодиака? Все на Земле рождаются под определенным знаком зодиака. Учитывая дату своего рождения, каждый попадает под один из 12 таких знаков зодиаков. Знаки зодиака могут многое сказать о человеке, его восприятии и личности. Все, кто родился под одними и теми же звездами, имеют несколько определенных черт, похожих на них, и большинство из них совпадают. Скрытые желания каждого знака зодиака. Глубоко внутри каждого человека есть какие-то скрытые желания. Вы когда-нибудь задумывались, что это может быть? У каждого знака зодиака есть огромное скрытое желание чего-то одного, ради чего они не остановятся ни перед чем. Овен. Они хотят быть лидерами, добиваться больших успехов, определять тенденции и быть в центре внимания. Овен самый решительный из всех. Они рождены, чтобы быть лидерами и мечтают о большом. Овен любит приключения. Всегда делайте все возможное, чтобы достичь поставленных целей. Ничто не может встать между их целями и решимостью. Именно они подают примеры и становятся образцами для подражания. Своей добротой и состраданием Овен заставляет других следовать за собой и вести за собой толпу. Телец. Они хотят безопасности во всех сферах своей жизни. Телец жаждет безопасности и требований во всех сферах своей жизни. Им нравится следовать, а не руководить. Они очень хороши в бизнесе и финансах, поскольку они осторожные люди, а также самые лояльные из всех. Делец может быть хорошим финансовым советником, поскольку на принимаемые им финансовые решения можно положиться. Иногда они упрямы, и это за то, что они ценят больше всего – безопасность. Близнецы. Они хотят знаний и нового опыта. У близнецов есть жажда знаний, которая никогда не бывает полностью удовлетворена, и они получают настоящее удовольствие, пробуя что-то новое. Люди, любящие приключения, которые продолжают пробовать новое. Они также очень умны и креативны, что позволяет очень быстро адаптироваться к любой ситуации. Они жаждут принимать новые вызовы и путешествовать по миру, пробуя что-то новое. Близнецы полны энергии и готовы принять любой вызов, который встанет перед ними. Иногда предпочитают одиночество, чтобы заняться самоанализом. Им нравится учиться, и они постоянно ищут новые вещи, которым можно научиться, чтобы расширить кругозор своих знаний. Рак. Они желают быть свободными и безудержными во всех сферах жизни. Истинная свобода всегда в мыслях рака, и они не остановятся ни перед чем, пока не достигнут ее. Раки желают свободы эмоционально, финансово и романтически. Много тех, кто любит свою свободу и независимость и не терпит ерунды, которая появляется между ними. Они являются одними из самых верных знаков. Им не нравятся цепи, их ничто не может связать. Они рождены, чтобы летать, и будут это делать. Иногда они также стеснительны и чувствительны, что иногда вызывает у них чувство незащищенности. Рак имеет высокие цели и чрезвычайно хорошую интуицию и наблюдательность. Лев. Они хотят постоянной признательности в жизни. Лев постоянно жаждет похвалы и уважения. Это амбициозные и уверенные в себе люди, которые ставят перед собой большие цели, и они не остановятся ни перед чем, чтобы их достичь. Любят руководить и держать любую ситуацию под своим контролем. Сочувствующие и заботливые, но также очень чувствительные к энергиям вокруг них. Они дают людям много шансов и оправдывают их ожидания. Любят, когда их хвалят за свои достижения, это делает их удовлетворенными, если не ценить их, они находят это грубым. Дева. Больше всего в жизни они хотят любви и привязанности. Девы одержимы любовью и желают ее, как наркотика. Они распространяют и получают ее везде, где бывают. Очень надежные и лояльные. Верность – это для них самое главное. Девы очень умны, и это позволяет им довольно легко достигать своей цели. Люди часто недооценивают деву из-за того, что она холодна, но на самом деле они полны любви и больше всего жаждут любви. Они добрые и отзывчивые. Весы. Они желают баланса и ясности в жизни. Весы не желают ничего, кроме истинной ясности и баланса в жизни. Когда все находится в идеальном равновесии, весы довольны. Весы миролюбивы по своей природе и стараются по возможности избегать конфликтов. Они не очень общительные и не очень любят приключения и прогулки при луне. Весам нравится мир в своей жизни, поэтому они обычно не предпочитают работу, которая требует больших усилий. Хотя их знак предполагает, что они быстро принимают решения, они часто сбиваются с толку и не могут принимать правильные решения. Им нравится ясность, поэтому они избегают всего, что может привести к дисбалансу или путанице в их жизни. Скорпион. Они желают успеха в том, что делают. Скорпион чрезвычайно решителен и не отступает перед вызовом.
Они не любят ничего больше, чем доказывать, что все ошибаются, и добиваться успеха там, где другие потерпели неудачу. Скорпионы неугомонны, когда дело доходит до того, к чему стремятся. Они самые амбициозные из всех знаков. Эти люди хотят изменить мир, они увлечены тем, ради чего они работают, и любят каждый раз выкладываться на все 100%. Их тайное желание – быть на вершине, они хотят добиться успеха там, где все остальные потерпели неудачу, и они хотят заставить замолчать каждого из тех, кто сомневался в своих силах. Стрелец. Они хотят изменить этот мир. Стрелец не боится расширяться и пробовать что-то новое и будет пытаться вносить настоящие инновации и изменения в мир, которые влияют на многие жизни. Им нравится работать в одиночку, поскольку это позволяет им быть более независимыми. Очень креативны и изобретательны, часто теряются в работе настолько, что не обращают внимания на эмоции, что приводит к тому, что люди уходят из их жизни. Они хотят вводить новшества и вносить изменения, хотят сделать мир лучше с помощью своих идей и изобретений. Козерог. Они хотят уважения и восхищения от своих друзей и семьи. Козероги жаждут восхищения и похвалы за свои достижения от семьи и друзей. Козероги хотят доказать свою ценность для своей семьи, они верят в то, что своими достижениями они могут гордиться вместе со своей семьей. Очень лояльны и очень заботливы, когда дело касается их близких. Они очень самодостаточны, и большинство из них являются прирожденными лидерами, а не последователями. Как и лев, они тоже хотят, чтобы ними восхищались и хотят быть на вершине, где они могут доказать своей семье, что они достойны. Эта черта часто делает их капризными и упрямыми. Водолей. Они хотят выделиться в толпе. Водолей ненавидит смешиваться с толпой и имеет скрытое желание выделиться, чтобы быть похваленным за это. Они входят в число творческих личностей, которые имеют блестящие идеи. Сострадательные и чуткие, они любят обращаться к людям, которым они могут помочь. Когда дело доходит до достижения своей цели в жизни, ничто не встает между ними. Водолеи настолько решительны, что часто не замечают окружающих и их эмоции. Обычно эти люди не любят, когда ими командуют, и любят свою независимость. Им нравится идти своим путем, а не просто быть очередной овцой в стаде. Водолеи обладают хорошим чувством юмора и очень остроумны. Рыбы. Они хотят воплотить свои мечты в реальность. Рыбы не хотят ничего, кроме как воплотить свои часто сумасшедшие, но иногда гениальные идеи и мечты в реальность. Они очень добрые и понимающие, когда дело касается дружбы, абсолютно лояльны и надежны. Рыбы – мечтатели, и их самое сокровенное желание – воплотить свои самые безумные мечты в реальность. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим! До новых встреч! Благодарим за просмотр!